А что, 8 марта, это же международный женский день. Простите, я и Фаня, меня зовут. Да, это международный женский день. Это день борьбы за права женщин. А вы против чего выступаете или за что? Против стереотипов, которые были навязаны патриархальными устоями, которые говорят о том, что роль женщины – это домохозяйка, это мать. И украшения. Я понимаю, мне кажется, что роль женщины это просто, роль. Просто быть человеком. Да, быть женщиной. Но это женщина родилась для этого. Да, возьмите за упокой. От чего? Это было плохое, правильно. За хорошее. Мы хотим похоронить. А какой должен быть в этот день праздник? Мы должны поздравлять друг друга с тем, что мы женщины и что мы боремся, мы можем бороться за свои права и свободы. А кто вам этого не дает? Не потому, что мы матери. Вам кто-то этого не дает? Ну против чего вы это? Да, потому что поздравляют женщин с тем, что они там красивые, хорошие хозяйки, нежные. А должны за что поздравлять? А за то, что женщина может выбирать свою роль сама. Да, за ее свободу. А если она мать, то это... Просто хотелось за то, бы, чтобы она это есть, выбрала за то, что сама. Она красивая, там, за красоту. Может быть, женщины должно быть право, оно и есть это право, выбирать, кем быть, с кем быть, а какую роль так играть. Это же право есть у каждого человека. В том-то и дело, об этом мы и говорим. Ну, а за что вы стоите? Что за вы... эти же права и мы стоим. А кому вы хотите что-то доказать? Ну, кто вам нужен? Поздравляют женщину с праздником весны и красоты, будь красивой, ты наша, женщина должна быть мудрой, ты наш надежный тыл. Красивой, но в принципе, мы потому что у нас похороны, мы хотим похоронить вот эти вот навязывания, представления. Так это вам надо, знаете, сколько хоронить? Представьте, вы сейчас... А мы начнем с этого. Представьте, пока сколько работы. Ну, хотя бы с чего-то же надо начинать.